Привет, меломаны! Представляем вашему вниманию немного забытый, но не менее интересный и популярный челлендж «Угадай песни по исполнителю». Обязательно досмотри этот ролик до самого конца, если хочешь попасть в наш следующий выпуск. Ну а с вами, как всегда, я, Илья, канал Music Club, и мы начинаем! Надеюсь, вы смогли догадаться, что это новый трек от украинской группы «Время и стекло» под названием «Дым». Песня была презентована вместе с клипом 21 марта, а написал ее продюсер коллектива Алексей Потапенко, или же просто Потап. Заховай мене дым, я хотела танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому я вона, що лишилася одна, танцювати одна? Да-да, куда же без нового кумира молодежи Тимы с говорящей фамилией белорусских и его хита «Витаминка». Трек вышел в свет в январе этого года и получился очень добрым и позитивным, рассказывая о настоящих чувствах, в которых так просто раствориться. Все мои сюжеты по твоим картинкам, девочка разноцветная витаминка, сегодня я буду любить тебя сильно. Третья загадка – это нежная песня «Лайф» от популярной российской исполнительницы Юлии Сытник, всеми больше известной под псевдонимом Зиверт. Кстати говоря, Юля совсем недавно выпустила клип на данную композицию, съемки которого проходили в азиатских странах. Ну конечно, это трек Лёши Свика под названием «Стерва», выход которого состоялся 1 февраля этого года. Музыку Лёши можно слушать и слушать без остановки, данный трек не стал исключением. Была загадана композиция популярного видеоблогера Марьяны Ро с англоязычным названием «Сюрприз». Трек и клип воспринялись фанатами Марьяны довольно неоднозначно и отличаются от всех предыдущих гангстерским стилем, часто меняющейся картинка и рэпом. Следующая загадка – это совместный дуэт рэпера Мота и поп-певца Валерия Меладзе с песней «Сколько лет». День рождения композиции состоялся 5 февраля 2019 года. А о чем могут петь двое мужчин в самый романтичный месяц в году? Конечно же, о любви к женщинам. Сколько лет, сколько зим, время нас не жалело. Интересно, смогли ли вы угадать трек молодежного рэпера Дава под названием «Кислород»? Напишите в комментариях, интересно будет узнать, сколько вас. Песня появилась в арсенале певца совсем недавно, в марте этого года, и уже успела набрать более 1,5 миллиона прослушиваний. И это только на YouTube. И ты, уйдя, меня лишила кислорода, мне не дышать и не догореть.
хочешь, как мы и обещали, попасть в наш следующий выпуск, тогда внимательно посмотри на эти две картинки и напиши в комментариях, какую песню мы загадали. Первые 20 человек, которые правильно угадают, получат возможность гарантированно попасть в наш следующий выпуск. А вот так выглядит список победителей прошлого ролика. Всем спасибо за просмотр! Если понравился ролик, ставьте лайки, делитесь им со своими друзьями и обязательно подписывайтесь на лучший музыкальный канал Music Club.